Всем привет, мы скептические ребята, с вами я, Септик. Со мной сегодня Джейсон. Здорово, здорово. Мы рады видеть вас на новом канале. Это снова Гаррисмод. Этот канал, конечно, не будет посвящен только Гаррисмоду, но и другим играм. О, да, точно. Но это просто разбор модов. Стандартные зомби. Вот это вот получается стандартные зомби, да? Да. По скорости они ничем не отличаются от обычных Half-Life, но у них интеллект побольше. У него весь рот в кровище, глаза будто бы... Модельки можно, кстати, похвалить, довольно прикольные. Да, да. Все в кровище полностью. Тут можно еще вот такого даже заспамнить. О, а здесь лица, кстати, нет, здесь чисто мясо. Давайте посмотрим на их поведение. Давайте. Так, игнорировать игроков, запустить. Что он будет делать? Он просто куда-то вот идет. У него всегда какой-то определенный свой маршрут. Как он отреагирует на какого-нибудь NPC? Вот NPC бегает, а он его не заметил, он сзади. Он его убил. Два удара, чтобы уничтожить. Да. Но если против... Что если против него уже будет сражаться человек с оружием? Ну-ка. Убил. Какой мощный. Это он еще самый слабый. Да, это даже самый слабый вообще. Эй, мужик. Ты иди в жопу. Ты тоже иди в жопу. Тогда вторая попытка. Против Алекс. Все, он погиб. Кстати, эти тела не мешаются, они полностью прозрачные, хватать их можно. У него легко увернуться, потому что он даже медленный. Он особо ничего даже приподставить нам не может. Я даже на него патроны не хочу свои тратить. А теперь мы перейдем к более такому уже сложнее зомби. Ну, этот зомби уже обладает более большой мускулатурой. Угу, ни хрена себе. Вот это да. Вот его внешний вид. Ну что ли, будто бы накачанный, и еще когти у него будто бы появились. Хоть какие-либо. О, но он значительнее быстрее идет. О, ускорился. Так. Он, кстати, значительнее. Этот NPC, кстати, намного живучий, и он его довольно быстро убил. Но если просто на обычном, вот, например. Раз, два. Все, иди отсюда, как бы так сказать, братан. Мощный мужик. Я его переспавнил, а то ты его поранил. Теперь посмотрим, что он сможет сделать игроку. Ну, хрена, я попал его, вообще даже не хотя. Так, вот он, например, обнаружил у нас такой дистанции. Так, все, он побежал. Вот. Ну, догнать он, опять же, не сможет. Скорее всего, тачу так же можно и обмануть. Он бьет и... А, ну да, он тоже скончался с двух ударов. О, он сильно бьет. Смотри, кровь пошла. Хотя, давай проверим, что он сделает против толпы. О! Он прыгать умеет. Он убил целую толпу за пару секунд. Давайте к самому сразу же интересному перейдем. Давай. Зомби-босс. Это вот босс? Как он выглядит. Да. Все, он пошел в атаку. И других мочи, я буду мочить этих. Вот его. Все, осталось тупо его уничтожить. Все, победили. Я так понял, если мы к нему подойдем, то мы загоримся. Верно? Ну-ка. Ай! Да, и вправду, я загорел. На пляже. О. Что ты такое? Ну, на меня просто будто бы кусает очень быстро, и все. Он довольно очень быстро атакует. Ссылочка на мод в описании. Он соединяется с Виджербасом. Не забудьте его тут. Уже скачать, ссылочка будет. Да. Ну что, давайте вот отсюда смотреть. Ну это похоже на такие быстрые зомби.
Ну а этот видос подходит к концу. С вами я, Септик, и Джейсон. Всем пока. I'm gonna go get some more.